Верное средство. Один из иранских шахов был таким толстым и грузным, что это было во вред его здоровью. Он собрал всех врачей и потребовал, чтобы они его вылечили. Но что те ни делали, шах продолжал толстеть и толстеть. И вот однажды пришел к нему один умный врач. «Я вылечу, о шах», — сказал он. «Дай мне 3 дня сроку, чтобы подумать, какое лекарство выбрать». Когда прошло 3 дня, врач сказал: «О шах, я изучил твою судьбу и установил, что тебе осталось жить всего лишь 40 дней. Если ты мне не веришь, заключи меня в темницу и отомсти мне». Шах приказал посадить врача в тюрьму, а сам, охваченный тоскливыми думами о близкой смерти, отказался от развлечений верховой езды. Забота и грусть овладела им. Шах стал избегать людей. С каждым днем увеличивалась его тоска, и он худел и худел. Когда же прошло 40 дней, он приказал привести из тюрьмы врача и спросил его: «Почему он, шах, еще жив?» «О, шах, я пошел на хитрость, чтобы заставить тебя похудеть. Иного полезного лекарства я для тебя не нашел». И шах щедро отблагодарил его.